Привет, ребята, я Ася, и в этом видео будем слушать новый трек Энтайпа, называется Underground 3 и на фите 104 и Моргенштерн. Я вообще в предвкушении, и я очень рада, что осенью сейчас выходят какие-то новинки, потому что, как по мне, осенью вот намного сильнее хочется слушать музыку, да? Особенно новую. Напишите в комментариях, у вас так же или нет. И не забывайте подписываться и ставить лайк, если вам все понравится. И каждый день с 18:00 по Киеву на этом канале я веду стримы. Заглядывайте обязательно, мы вместе катаем, болтаем. Уютно. Буду ждать. Поехали! Клади кэш на стол. Бля, я не поверю, суки, но я поверю зеленым, брал. Клади кэш на стол. Без него так грустно, а с ним такой веселый. Клади кэш на стол. Давай быстрее, слышь, бичес нас ждут переговоры. Клади кэш на стол. Вау, гони мне мой кэш, гони мой кэш. Бро, я опущусь на дно, если передо мной водник. Это, сука, дом, а я вор, в нее проник. Я тебе не верю, утром надеваю броник. Заберу весь кэш, что у тебя есть, гопник. Вау, люблю зеленый, я еврей. Вроде мы знакомы один день, я уже в ней. Если у тебя проблемы, бро, забей. Я говорил про тот колпак, бро, скорей. О, я не знаю, мне очень нравится. Фит какой-то, точнее не фит, а бит какой-то такой. Что-то похожее. А на чё похожее? Я даже не знаю, напишите в комментариях, с чем ассоциация сразу воспроизводится. И текст такой, знаете. Ну вот он вроде бы рэперский текст. Но он какой-то такой легкий, и от него даже улыбаться хочется. Трахую малышку, рядом кореш спит. Прикрываю рот ей, чтоб не разбудить. Да, он много работал, дай ему остыть. Смотри, как улыбается, ему, наверное, снится кэш. Вау. Заберу твою малую легко. Мы в авторитете, словно Детрол. Хотя были так низко метро. Теперь выдыхаем эти спифы в небо. Ты знаешь, что надо делать, брал? Клади кэш на стол. Бля, я не поверю, суки, но я поверю зеленым, брал. Клади кэш на стол. Без него так грустно, а с ним такой веселый. Клади кэш на стол. Давай быстрее, слышь, бичес нас ждут переговоры. Клади кэш на стол. Вау, гони мне мой кэш, гони мой кэш, брал. Они водят хороводы вокруг. Кладу кэш себе и буй как друг. Ничего не делал, кэсик за круг. Чё за рестик, не был тут, но меня уже ждут. Двигаю и ебу, чтобы ловить крупную рыбу. Кэш, любимый, три буквы. Пахну им, а ты сиди нюхай. Ты мягенький, как пюре. Где же я беру эти купюры? Ты постучал не в ту дверь, it's too late. Хуярю, как турель. Мне не до тебя, как и тебе, не до культуры. Какой на счету лям, какой на счету рейв. Мериться хуями, и каким из. Накрошил налик, закрутил ризл. Меня не динамят, я веду бизнес. Ты лишь временами на плаву кризис. Иди к своей маме, подрастешь, будет кэш, свидимся. Слово Алишеру Моргенштерну. Окей. Сука, уважай мою карьеру. Стой, когда ты слушаешь куплет миллионер. 911 и Porsche Escarer. Пацаны не банды, мои басы бандалер. Наши суки сладкие, Феррера. Мы ведем себя, как уебаный кавалер. У меня есть три икса, но никакой манеры. Она зашивает целку, чтобы я был ее первым. Riders on the... Что у нас по райдеру? Я буду ебать тебя на камеру. Молодые из камеры, я твои деньги заберу. Крокодилы так боятся моего дизайнера. Ай, как мне нравятся вот эти музыкальные вставки, это классно. Ну, наверное, так много про деньги я последнее время не слышала нигде. Нахуй гандон, я прыгаю в машину босиком, в суку голышом. Нахуй капюшон, итальянский шок. А теперь плати за мое шоу, сука. Клади кэш на стол. Бля, я не поверю, суки, но я поверю зеленым, брал. Клади кэш на стол. Без него так грустно, а с ним такой веселый. Клади кэш на стол. Давай быстрее, слышь, бичес нас ждут переговоры. Клади кэш на стол. Вау, гони мне мой кэш, гони мой кэш, брал. Слушайте, а трек как-то заряжает, знаете, вот прям хочется с утра проснуться и включить его, вот зарядиться этим позитивчиком, денежным мышлением, так сказать, на грядущий день. Классно, мне понравилось. Мне кажется, это 100% должны быть какие-то чарты, все заслушают. 100% это будет вируситься в ТикТоке, однозначно. Круто. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока.